Ты я стреляю, если что. Кто там ходит передо мной? Беззвучные флешки, красота. Эмка наверху. Кто-то с капой. Пойдем посмотрим, что у него интересненького было. ДВЛ-ка. Зачем ему ДВЛ-ка? А, это киба, это не капа. Ёб твою мать. Ты чё тут лежишь, чел? И бот, главное. И бот рядом стоит. Что? 44-й, 54-й. What the fuck? Развлекайся. Ты наверху на камере. Я на дороге. На новой дороге. Убивай, убивай. Да я не могу, он на насыпи, он наверху, я снизу. Готов квест. Тебя сейчас увидит. Да не увидит он меня. Где он? На насыпи прям. Справа, слева? С левой стороны. Жрет таблетки. Ладно, я пойду попробую лутануть этого. В наглую. Сдохну, так сдохну, плевать. Нет. От меня убил. Может, искал он, чувак, по-моему, скрыться. Все-таки это были тупенькие боссы, вам не показалось? Что-то я так спокойно в наглую подошел, бил штурмана. По мне стрелял охранник с винтореза, ни разу не попал. Я просто вышел, он сидит. Другой охранник стреляет с СВД, я так просто посмотрел, его тоже шлепнул. Что-то как будто бы легко слишком было, не? Там тачка есть. Они заплатили бабки, заложили бабку на бабки на машину. Бабки, бабки, сука, бабки! Вот и прокидывают, поэтому. Ты на первом? Да. Че, мы сорвали их или че? Я не. Крыша! Бел. Еще должен. Моя граната будет. В машине. Машина не уехала, значит, мы взорвали, скорее всего. Она разве не уезжает?
сражают? Нет. Грена на крышу ушла. Я думаю, она все равно... Бегает кто? Я бегу. Ты где? На лестнице центральной. Пробежка твоя была? Да, я с пристроя первого сейчас пойду к лестнице центральной. Поднимаюсь. Джек Брайн с РДшкой должен быть. Ты на втором, да? Я на третьем. Дверь кто? Дверь кто-то, не я. Я на третьем центре. Вон дверь. На втором, вероятно. А где он на третьем мог закрыться? Да где угодно, даже закрыть на крышу дверь. Чтобы гранату-то не... Он выламывал, ты сказала? Да. Значит, он там вот и закрылся, в этой комнате. Которая выламывается, поняла? Там дверь закрытая, да, потому что... Идем сюда. Возможно. Грены я отпугну и будем подпушивать. Она улетела. Да, дверь закрыта. Нихао, пеньо! Сейф закрыт. Я открою. Посмотришь? Вот это? Да. Открываю. Все? Да. Ну вот. Метод дедукции, господа. Вот мутант, Джек Брайан. На костер подбежит. Ну, будет под забору пробегать, убивая его просто в спину и все. Хорошо. Красная повязка один, интересно или нет? Походу нет. Ты может ты один? Тихо. Не-не-не, уходит. Ты я стреляю, если что. Да. Я в Тарконе убил типа в окне. Гранату готовит, чувак. Штаны... Я понял. Я тебя вижу, просматриваю всю твою зеленку. Значит, наверх поднимется на холм прям. Да он там, ближе к забору, я уверен. Место до хрена. Дал тоже грену за холм туда дальше. За магазином кто-то прошел, я не заметил кто. Кто крадется? Чевак. Убил. Красная повязка. Блин, смогу как будто оружие что-то стрелять. Непонятно, он так лежит. Могли бота снять, в том числе. Моего жулика боты уже раздербанили. 39-й был. А твой какой был? 55-й. Какой? 55-й. Че там, пойдем по фарконту его забирать? Ну его скорее всего разобрали, но можно сходить чисто по фану. Сколько вас тут? Ты чё там, бля, вопишь, ты?
Это что? Этого выхода. Бил кого-то. Это был явный игрок. Тут и перед нами, тихо. На перебежку переходит. Чувак, кажется. Ранил. Челобот. Где? Убил. Я хочу вот этого посмотреть, и тот, который у тайфуна. Смотри, магазин закинул. Так. Ремнабор. Пойдет. Попасть не могут. Даже никто его не собрал. Не собрал? Ну так лежит. Лежать, я буду забрать. Так у него тиммейты рядом с ним ходили. Мне подумали, да ну нафиг читер какой-то. И вот походу у него тиммейт такой же в шапке ушанки, челик на костер убежал и зафидел от ботов. Глушилка, интересно, дорого стоит на барахолке? Что? Глушилка. Какая? Ну, глушилка сигнал. Помню, в начале вайпа они так-то стоили. Да на, нет, там их продавали, блин, просто чувакам, которые почему-то думали, что они могут. 340 метров, что-то было. Я прохожу через КПП под краной. Это не по себе, да? Правильно, так его обзывают. Не по себе. Убил одного жулика на старой, который байтил сидел. Больше денег, когда у меня было больше 40, я покупала ящик всего. Фига ты, блин. Да, больше 40 у меня было часто. У меня типы только сеточку прошли, блин. Эх, пропустил. Сетку прошли, к ангару подошли с газелью. Я сейчас этого посмотрю, свэпа. По брату, что ли, пошел за сетку? Нет, не в упор пошел. Бил? Один. Ну, может быть, еще есть. Не знаю, сколько было. Я на холме. На камнях. Кто-то ко мне по железке идет со старой. Вон он, сука. Бот. Все, спокойно, ботик. Блять, по мне. Это что, ботик, что ли? Чего, блядь? Да, это бот. Ёпта, чуть не убил. У меня же челобот прибежал ко мне. Да, это тоже, скорее всего, челобот. Под мышку, что ли, попал мне куда-то, блин.
О, молоко, спасибо. Господи, сразу слышал бы дождаться. 39-й сидит. Ты сейчас в ты стреляешь? Нет. На СВГС, кажется, выстрела. Нет, большое это. Угу. Ух ты! Что-то как будто я ему гранатами только напугал, блин, его. Все, он сейчас спустится на первый этаж, сядет в еду и будет сидеть. Значит, ты сейчас до большой добежишь, до балки. Я что, уже. Чтобы вдоль как бы просматривать второй этаж. Я может убежала. Быть, увидишь его где-то там. Первым походу это бот. Так, вижу с красной повязкой один мертвый. Минус кто-то. Это он убил это? Я убил кого-то. Угу. Я не знаю, это он или не он. На втором бегает. Значит, двое. Угу, вижу. Минус. На втором? Справа? Да, да, на втором. От меня справа, от тебя слева. Да, со старой. Кто-то есть у меня, ходит по дереву. Этаж не пойму. Лег где-то. Где-то, где ступеньки в сторону медички. Где-то он здесь лег. Может быть, не один. Пустые. Этот бежит вдоль АГС-ки к секретке. Да, я вижу. Тоже чья. Он уже убежал к секретке. Да. Железо, он перепрыгивает секретку. Да ладно. Перепрыгнул уже? Нет, он тут. Секретки все еще? Да, все. Било? Ну? Хорош. Это мне что-то орал на русском, я не услышал, простите. Нормально. Загнали зверька, блин. Чевыки, причем хорошие чевыки. Тихо, тихо, тихо. Тут ты у меня тут ходит. Мне это напрягает. И гранату. Последнюю. А, нет, у меня еще есть одна. Так, один QTT убил Кнайт, короче, одного босса убил. Да, тут были боссы все-таки. И боссы, и решаловские были. Так, так, так. Вот это что здесь такое, чат происходит, не знаете? Что вот это? Скриншот даже такого сделаю, скину Ане. Он так объяснить такое я не смогу. У нас 5 минут, кстати, до выхода. Поторапливаться. Да.
Ты бегаешь? Да. Вдоль АГСа. Ты подбегаешь? К старой подбегаю. Хороший рейд вот это был. Ух, я вышел.